после заявления беглого депутата-преступника Александра Онищенко, который сам заявил, что потратил десятки миллионов долларов на дискредитацию Арсения Яценюка. В частности, он сообщал о том, что были проплачены билборды с антипремьерскими лозунгами. Были оплачены десятки митингов, целое стояние палаточных городков напротив кабинета министров. Все это входит в состав преступления, незаконное препятствование работе государственного деятеля. Поэтому полиция в данном случае будет устанавливать факт, кто и как проплачивал деньги за организацию подобного акции, откуда взялись эти деньги, не являются ли они источниками политической коррупции, о которой пишет Александр Онищенко регулярно на своих постах в Фейсбуке и в своей книге. Но для этого нам необходимо будет опрашивать десятки и сотни людей, которые организовывали акции, о которых рассказывают Онищенко, устанавливать факты, кто с кем как договаривался, по каким расценкам, кто кому платил, источники происхождения средств. Это будет большое расследование, которое поможет очистить Украину от политической коррупции. А скажите, пожалуйста, какие еще имена могут фигурировать? Кого подозревают в втручании в работу колишнего премьер-министра? Это только Александр Онищенко может быть, ну вот, фигурантом этой справы, или еще кто-то? Нет, естественно. У него было огромное количество исполнителей, в том числе в парламенте, которые брали деньги за организацию дискредитационных кампаний, которые организовывали голосование за деньги против инициатив премьер-министра. И все это является составляющими преступления политическая коррупция. Дякую. Если бы Александр Онищенко и другие люди выступали публично, без денег, не финансируя подобного рода вещи, это была бы нормальная политическая деятельность. Но когда в нашей стране политики, журналисты за деньги продают себя и свое влияние, это называется политическая коррупция.